Он сказал: «Поехали». Так началась новая эпоха покорения космоса. Щелковский лицей номер 14, который носит имя легендарного Юрия Гагарина, каждой весной посвящает несколько дней подвигу первого космонавта Земли. По традиции, торжественное открытие Гагаринской недели проходит во Дворце культуры имени Чкалова. 11 лет существует эта традиция. И каждый год мероприятия у нас разные проходят. На этой неделе ребята ожидают очень интересные мероприятия. Прежде всего, это вот сегодня открытие Гагаринской недели. Также будет проведен конкурс чтецов среди учащихся 1-4 классов. Еще у нас будут встречи с Тарелкиным, с первым водителем Юрия Алексеевича Гагарина. Ожидается это в планах у нас конкурс рисунков, посвященный космонавтике. И впервые пройдет мастер-класс игры по бадминтону. Из года в год на открытии Гагаринской недели собираются учителя, лицеисты, гости праздника. Так, в торжественной обстановке всех присутствующих в зале поприветствовала исполняющая обязанности главы городского поселения Щелково Елена Мокринская. Я от всей души поздравляю вас сегодня с открытием этого прекрасного мероприятия, с открытием Гагаринской недели. Так приятно, что традиционно уже в лицее каждый год открывают неделю. Вот уже более полувека учреждение хранит традиции посвящения учащихся в юные гагаринцы. Лицей номер 14 носит имя Юрия Гагарина с того самого 1961 года. Стоит отметить, что согласие великого космонавта. Очень важно приобщать маленьких детей к истории и культуре нашей страны. Я в этой школе учусь с первого класса, и у меня действительно в памяти отложилась наша первая гагаринская неделя. К нам были вот такими маленькими, и мы сидели, смотрели на старшеклассников, которые рассказывали про подвиг человека, который первый полетел в космос, Юрий Алексеевич Гагарин. После этого праздника внутри вот действительно было чувство гордости. Гордости за свою страну и гордости за свою школу. То, что я обучаюсь в школе, которая носит имя первого космонавта. За эту неделю ребята узнают много нового. В течение 7 дней в лицее будут проходить различные мастер-классы, встречи и, конечно, конкурсы, где юные гагаринцы смогут проявить себя творчески. Анна Бальет, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».